Попрала, блядь! Ничего себе попрала, ну ты же бабочек ловить! Кого? Бабочек надо с очком ловить. А, да, точно, бабочек. Что с ним, ребята? Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Ой, тут такое случилось. Лёлик, я смотрел, я такую передачу смотрел, я вот вообще ничего не понял. Какую передачу ты смотрел? Подводный мир. Подводный мир? Да. Да. Вот, там водолазы такие, вот, в костюмах с очками там. Да. Они, короче, спускались в воду. Но знаешь, без чего? Без чего? Без аквалангов. Без аквалангов? Без воздуха, да. Без воздуха? Представляешь, смотри, они вот так вот накрывали их такой штукой, похожей на стакан. А, это вот как вот так, да? Вот это? Да. Вот, вот. Да. Опа. И все. И потом они опускали их под воду. Да. Но они там дышали. И вода туда не попадала. И что? Я вот не знаю, как так получилось. Что ты знаешь? Сейчас покажу. Смотри. Вот. У меня есть бумажка. Вот, например, смотри. Ага. Это водолаз. Это водолаз. Вот, смотри, нырнул. Плавает. Плавает. Они ныряли в такие штуки. А, да. Ну что, вот водолаз. Да. Вот эта штука. Да. Вот помещаем водолаза туда. Да. А, вот эта штука туда. Да. А, где же нам найти? Нам вот нужен океан. А, держи. Давай. Сейчас ты мне несу. Давай. Так, сиди спокойно. О, смотри, да. Вот это озеро, море или океан, выбирайся. Да. Океан. Какой? Тихий. Тихий океан. Так, Тихий океан. Да. Вот тут, вот, вот. Ага. Представь. Экспедиция. Да, такой... Экспедиция. Водолазу нужно погрузиться. Да, его так волнует. Туда. Волны. Туда. Да. И разыскать необычный вид рыб. Да, рыб. А акваланги дома забыли? Забыли. Забыли. А что делать? Что делать? Вот, берем вот такую штуку, смотри. И опускаем туда. Опа! Вам, ребята, видно, да? Вот это видно. Вот это вот, смотри, видишь, он там дышит, 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 дышит. А то туда вода не попала? Нет, конечно. Вот, смотри. Оп! Абсолютно сухой нас вода. Покажи, покажи, я не верю. А как ты веришь? Да. Обычно, смотри, сухая бумажечка. Обычная сухая. Это просто у меня руки немножко намочили. А так бумажечка абсолютно сухая. Вот это да. Вот это просто получается. Здесь есть воздух. Ага. Туда водолаз воздух. Ага. И этот воздух, выталкивает эту водолаза наверх. Вот это да. И поэтому он всегда остается, вот эта бумажка сухая, да. А водолаз воздухом. Да, классно. А я думаю, как у них так получается? Теперь я знаю, как получается. Вот, понял? Ну это вообще, Жорик, физика. Ну, а физикой мы будем заниматься потом, чуть подальше. Вот. Ну, знаешь что, а вот если мы вот ребят сегодня научили такую... Ребята, вы запомнили? Вы запомнили, ребята? Да? Вот это вот... Получается, вот так, хлоп, пускаем и воздух выталкивает обратно. Вы можете дома так с родителями попробовать. Да, взять стаканчик, взять вот так просто кружечку, вот так, оп, и туда проверить. Туда, бумажечку вот проверить, да. Ну что, давай тогда мультик смотреть. Давай, я пойду кроватку расстилать, а ты мультик включай, давай. Давай.